записывают. И обычно три пальца она шириной, такой ремень, представьте, вот. И длиной где-то почти, вот, почти ширина ваших плеч, чуть меньше ширины ваших плеч. То есть это такая мощная мышца, она на уровне, да, на уровне действия, она является сгибателем тазобедренных. То есть сгибание – это приближение ноги, ну или к телу, или тело к ноге. То есть вот это вот. То есть такие вещи, как навасана. Вот это вот, вот чисто вот мы ноги приближаем к телу, тело к ногам. Вот это держится поясничный. Расслабиться. А, вот как раз вот мы можем увидеть линию от задней ноги, вот она, до вот этой задней ноги, левой ноги, которая позади, и руки. Вот. Я даже специально тянусь не вверх, а вот диагонали вы можете видеть. Раз. Поясничная. То есть мы освобождаем поясничную линию, сначала левую, в нашем учебном варианте, чтобы просто почувствовать, что сполна, увидеть ее. И мы даже сделаем несколько дыханий, три дыхания сделаем, вот. Мы даже пальцы все это, вот оно будет. Можно даже пальчик оставить вот здесь. И после трех дыханий мы очередной вдох, еще выше. И выдох. Даже оставляю ее длинной. Я в голове просто представляю, где она проходит, оставляю ее даже. Я уже дальше приступаю. Устанавливаю верхнюю руку со вдохом. То есть вот этот вот прием позволит вам... как это, постощущение в теле будет оставаться какое-то время. То есть вот вы эту линию установили, она еще будет, там, дыхание 5 как раз в теле легко ощущаться.